Хау, друзья. В общем, апрель идет. Короче, дождики идут, и с появлением солнца прям аж так припекает. Даже не то, что припекает, духота начинается. А планирую просто съездить за соседнюю станицу за сигаретами. Просто. И надо же меня было ляпнуть это, нашу общую беседу, где все пацаны сидят. А, как говорится, тут же увязалась верница. Как там, мы Тамарой ходим пара, а это мы катаемся толпой. Потому что мы банда! Банда! Так, сейчас до гуся старого. Там вроде все собираются. Прокатимся за сигаретами, за папиросами. А там, ну, поглядим, посмотрим, что куда. Может, еще куда-нибудь прокатимся. У меня, правда, бензина мало. Деньги особо тратить не хочу. Включил режим максимального еврея. Потому что розыгрыш, плюс копить на новый мотоцикл. И вообще, ну, вообще, чтобы жить. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. Не, солнце припекает, вот, ровно 12. Я говорю, только дождь вот закончился с утра, и все, начало прям жарить. Опа. Чики-брики в дамке! Попреследую, по бандюгана! Ах, какой прямоторно! Мавайся просто! Резина сликовая! Подшипники новые, даже отсюда вижу подшипник! Колесо шатается! Ари-ари. Короче, у нас теперь балаган. 4 рации подряд подключилось. Серый старый в шоке. Он... Слышь, надо говорить это. Прием, это кипер, да? То, что тут запутайся, кто говорит. Куда едем? Куда? В сторону полка. О, Харлик поехал. Кто? Харлик вон поехал в сторону полкашкой. Что, тут догоняем Харлика? Да. Обгоняй его, Штип. А, это Куба, Славянский. Это не Харлик. Блять. Ну знаешь, хоть у кого-то весна есть. Так. Ну и что ж, друзья, да, как видите по обрывкам из видео, не так уж и много было собрано контента, поскольку даже на момент монтажа этого видео до сих пор, ёлки-палки, уже практически 4-й месяц идут дожди.
Ну и как вы сами понимаете, помимо прочего того, что нету просто элементарной возможности покататься и снимать тот самый контент, так еще и слаживается всякая жизненная мишура, всякая жизненные проблемы, которые нужно устранять, и они скапливаются за то, что просто ты не решил старые проблемы. Ну, думаю, тут меня многие понимают, либо поймут. Ну и собственно, а что же происходило за кадром, там где я не мог снимать, и вообще что собственно происходило? Ну, к примеру, я работал со сватом. Please meet me right now, baby, right now. Вот, надо, кстати, песню поставить. А ну, дай, дайте крутану. Музыку потом поставим. Да, то есть, как вы видите, с друзьями любая работа, в принципе, происходит в радость. Что, собственно говоря, о свате, о Вовчике. Вовчик тот самый представитель нашей компании, который, невзирая на погоду, либо какие-либо еще проблемы, просто берет и катается. Ну и поскольку он единственный хоть немножко подзацепил весну, сгонял на знаменитые наши кубанские плиты, это такое, так скажем, хайпажорское местечко краснодарских мотоциклистов, которые любят туда приезжать, посещать это место, ну и просто отдыхать. Также Вовчик посетил еще одно такое прикольненькое местечко, правда я забыл как оно называется. Хотя у меня есть одна идея, минуточку. Алло. Привет. Здорово. Слышь, ты мне не подскажешь, где ты катался на берегу моря, когда ты на море на Эвке ездил, когда тебе еще была Эвка? Но. Ну, как место называется-то? А, скала Дэви Джонсон. Киселёва, по-моему. Или гора, или скала, по-моему, Киселёва. А, понял. Скала, скорее всего, Киселёва. Да. Но точно не скала Джонсон, точно, да? Да, вот таким нехитрым способом мы выяснили, что это была скала Киселёва. Ну и помимо того, что Вовчик посещал всякие там красивенькие места, он, конечно же, попадал в непогоду. Ну, в принципе, не он один, поэтому по следующим кадрам можно понять, какие у нас примерно шли дожди, как мы катались. Ох, как нам лютую погоду такую. По Володе можно понять, насколько какой дождь идет. По мотоциклу тоже, глянь, как он парует. Да, дымок такой, не видно его. Вроде видно. А нахрена Вовчик в такую погоду катается, спросите вы? Да очень просто, потому что Вовчик у нас до хрена катается, и поэтому нужно ему вовремя обслуживать мотоцикл. Собственно, в чем мы, конечно же, ему и помогали, где он, конечно же, и сам принимал участие. Ну а если вам интересны такого рода видосики, там, что у нас происходит за кадром, помимо Ютуба, там, с телефончика, то, что зачастую не входит в Ютуб по разным соображениям, то у нас есть в описании ссылка на наш телеграм-канал, можете перейти туда, посмотреть, что мы там обсуждаем, либо творим, что вообще происходит. Ну а также во время съемок на обзор на Хыжер 400, на Хыжерик, который был вот буквально предыдущее видео, если кому интересно, можете глянуть. Так вот, уже во время завершения съемок, уже по дороге, грубо говоря, домой, я чуть было не отложил небольшой заводик по производству маленьких небольших черкашей в своих штанах, так как внезапно птица-орел решила внезапно взлететь прямо перед мотоциклом, где от ее размеров я чуть было не запустил производственный процесс того самого мини-заводика. В общем, это все, что мы успели хоть как-то зацепить весну. Это все, что было у нас интересного. Как вы понимаете, ни хрена. Поэтому дальше предстояло лето. И чтобы хоть как-то зацепить лето, хоть что-то поснимать, хоть что-то застать летом, надо было куда-то ехать. В срочном порядке, ну хоть куда-нибудь надо было съездить. Thank you.
мотоциклетные сумки Кэми Мото. Покорение дорог и заботу о ваших вещах предоставят сумки Кэми Мото. Эти сумки изготовлены из прочных ПВХ-материалов, которые обладают влагозащищенностью в 100%. Мотосумки достаточно вместительны и обладают объемом в 50 литров, а грузоподъемности могут достигать до 50 кг. Установка и подготовка сумок к поездке не составляет никаких проблем, так как все крепления имеют застежки на петлях, а сама установка либо снятие сумок не занимает много времени. А за счет своих универсальных креплений мотосумки подходят практически к любым мотоциклам. Так что, если вы любитель попутешествовать и ищете в мотосумках простоту, универсальность, надежность, прочность, а также влагозащищенность, ну и самое главное, цену ниже, чем у аналоговых конкурентов, то мотосумки Кэми Мото – это то, что вам нужно. А также для зрителей нашего канала мотомагазин Кэми Мото предоставляет скидку. Все ссылки на магазин, на мотосумки, а также промокод со скидкой вы найдете ниже в описании под этим видео. Хау, друзья, в общем, наконец-то, второй или третий день лета идет, я уже хрен его знает. В общем-то, чё, заколебали меня эти дожди, вот ей-богу, надоело. Дожди, 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 дожди. Ты вот это знаете, как в море волнуется раз, вот даже вот буквально напустился солнце, напустился солнце, напустился солнце. Господи, да у меня кроссовки эти 3 дня пытались высохнуть после стирки. В общем, что пытаюсь этим сказать? Дожди мне заколебали, а погода выдалась, и я решил прокатиться в станицу Гладовскую, глянуть, что там за озера. Я в беседу пацанам написал, что типа еду, не еду, все промолчали, либо кто-то занят. Поэтому я наконец-таки, спустя долгое, очень долгое время, отправлюсь в такое в одиночное мотопрепровождение. Потому что, елки-палки, я уже забыл, каково ну, кататься одному в неизвестные места. Да, с одной стороны, это прикольно и хорошо, когда у тебя есть компания, но с другой стороны, ты не ощущаешь вот этим себя настоящим мотоциклистом, байкером. Одиноким волком, ауф. Безумно можно быть первым. Короче, я соскучился по этому одиночным мотопробегам. Как я и сказал, компания весела и задорна, но нету вот этого одиночного времяпрепровождения, вот это с мыслями собраться с самим собой. Поэтому я сейчас поеду, неизвестное для меня место, включу музычку в шлеме и буду ехать кайфовать. Станица Молдаванская, вроде бы так, либо поселок. Вот только выехал за него. Такой холмистый, все дома под наклоном. И вот тут уже за ним, получается, вот такие вот пейзажи открываются. Блин, вот поражаюсь тому, что вот сколько я уже в Кубани живу, вот каждый раз для себя новые места открываю. Тишина такая, ветерок. Единственное, что вот это жалко, что кожанку одел. Жарковато у нее троха. И я сейчас не могу мотик поставить на лентяйку. Потому что вон, высота какая. Хотелось бы пару фоточек сделать. Блин. Прикольненько. Что, не упадет? Да вроде не должен. Сделать пару фоток, глянуть, куда я вообще еду. Я чисто так. Идет главное, я по главной херачу. Не, ну,
ребят, зацените. Ну, прикольно же, согласитесь, прикольно. А там еще, если, наверное, камера не видит, такое маленькое небольшое маковое поле. Перекурю. Да, дальше куда-нибудь поеду. Ну, не куда-нибудь, а куда я хотел изначально. Вот за деревьями так не видно, но я мельком глаза глянул. Что-то мне это Дюрсо напоминает. О, серпантинчики. Ого! Нормальный такой, наверное, камера не передает. Нормальный такой спуск. Прям ух. Блин, дорога неизвестная, очково. Газовать сильно не буду. О. Ух, блин, прикольно. Я и не думал, что так быстро тут начнутся такие холмистые дороги. Резина у меня еще поганая, поэтому тем более рисковать не стоит. Будем чисто ехать и наслаждаться пейзажем. Блин, прикольно, прикольно открылось. Что нам, по идее, прямо ж? Не туда, вроде бы не туда. Река Кудако. Кудако. Звучит как японское имя какое-то. Блин, ребят, вот вы видите это, блин, ну прикольно же, реально прикольно. Блин, как я давно один вот это не выбирался в незнакомые места. Господи, я уже забыл, что это такое, каково это. Ну все, хорошей дороги больше не будет. Так. Киевская, Гладовская, Керманка. А мне ибо до Гладовского еще 8 км перейти. И показывает, что прямо. Ну да, вроде бы прямо. Ну, попробуем. Ну да, правда 8 км по гравийке до хера. Но я ж на гусе, вроде бы как. Так что не стоит тут сопли размазывать по харе. Поедем, глянем. Уже все-таки решился. Так, заехал уже в лес какой-то. Якийсь-то. Видно, дождичек был. А может, еще не высохло. Приключения становятся все интереснее и интереснее. И прям спуски такие. Прям жирные. Ух ты. Ямы. Ямы. Зато дорожные знаки, ты шо? Тут же ж, наверное, надо лететь. Хотя, как некоторые местные гоняют, да, тут раздорожные знаки нужны. Это и спуск. Нет, тут лучше на первой. Чисто дорога такая в никуда. Вот реально дорога никуда. Я сразу вспоминаю поездку в Горячий Ключ. Кстати, если кто не видел, можете посмотреть. Тут, правда, полегче такой, скажем, режим. Нету вот этих расстрельных знаков и прямо зловещих серпантинов. Но, опять же, такое ощущение, что вот, типа, дорога в никуда, хрен пойми куда. Ну, я не знаю, мне прикольно. У меня под шлемом улыбка, там, я не знаю, щеки раздуло. Я хрен его знаю. Надо с одной стороны очково, блин, куда там заеду. С другой стороны... Круто же, круто, прикольно, прикольно. Да трусит, да и похеру. Прям жестко. Ты что, с ума сошел? О, 2 километра. Гладовская. О, даже асфальт появился. Себе. А что, можно так было? Может быть, надо было объехать как-то? Хотя... Вот это аж... Даже отсюда не видно, хрен знает откуда я выехал.
А вот эту гору, по-моему, было видно. Так, ну по идее, да, я доехал. Ну, сейчас надо перекусить, может, магазинчик у них есть какие-то. И будем это озеро искать. Короче, сейчас в магазине там перекусить, попить взял. Пообщался с местными, типа вариант, не вариант проехать. Короче, обратно все у нас частное, обратно хрен его знает, пройдешь ты либо нет, насмотря частника. Я вот одного не понимаю, какого хрена у нас вот такие объекты, которые вот реально можно там посещать, где местные испокон веков, блин, жили, не тужили и свободно их туда ходили. Сейчас почему-то это все частное стало резко. Я вот этого, ребят, конечно же, не понимаю. Вот с какого такого перепуга? Ну, попробуем, там с мужиком пообщался, говорит, вроде там, если на озеро не пропустят, то можно понад речушкой где-то потусоваться. Ну, посмотрим, как оно, что получится. Может, там охранник смилостивится, там, ну, хрен с ним, мотоцикл оставлю, хотя бы пешком пройдусь. Посмотрим. Хотя, в принципе, и так поездка такая прикольненькая. Хотя, да, озеро бы это прям вишенка была бы на торте. Короче, встретил местных пацанов, катаются тут и пашут просто люто. Сейчас подскажут мне сейчас поворотик, типа куда, как проехаться. О, снег, говно летит прямо. Так, вроде сюда, ага. Все, мне туда, да? А, ну все, ребят, спасибо, давайте. Блин, ну конечно, на таких пырчиках тут гонять, я думаю, одно удовольствие. Так, пацаны, я же где-то с Варениковки сюда приехали. Блин, прикольно. Блин, реально прикольно, завидно. Так, ну вроде бы мне сюда. Блин, местные говорят одну дорогу, карта показывает другую. Хрен его пойми. Сейчас попробуем. Что оно выйдет, непонятно. Блин. Реально хотел доехать до озера, но там, как реально оказалось, шлагбаум, перекрыто, какой-то карьер. Ой, короче, да, как местные говорили, вот какой-то родничок. Какая-то... Ого! Ого! Ребята, ну подождите. Я, по-моему, такой чистой воды ни разу не видел. А ну-ка, сейчас глянем. Ну да. Вообще чистейшее. Охренеть. Родник. Так, ну что, сейчас тогда перекусим. А, может, тут поброжу. И назад, потому что уже время прям уже полторого. Место прикольное, я себе галочку в карту скинул, в избранное. То есть сюда с ночевочкой вообще в легкую. Вот эта водичка, вон сейчас при мне приезжали люди, набирали воду, прям это, в канистрах, все как полагается. Блин, короче, вода есть, газовая горелка с ночевкой, палаточка вообще, лакшери просто. Можно даже пройтись до второго озера, оно лесное называется. А на первое не получилось, как я говорил, там шлагбаум стоит. А вот на второе, походу, есть дорога, но, видимо, сейчас же дожди идут, дожди. А поскольку лес, деревья, то дорога ни хрена не просохла. Короче, с ночевкой туда пройтись, прогуляться можно. Я сейчас поеду по чуть-чуть другой дороге.
там, где вот я выехал с гравики на асфальт. Как раз разведаю, какой же дорогой лучше ехать. Потому что, как я первый раз сюда ехал, да, ну прикольно все, но и времени занимает, да, и если толпой ехать, то, ну, многим, так полагаю, не понравится это по гравике трястись. Тем более, если кто-то будет на спортах, либо тому подобное, я думаю, ну им нахрен не надо. Сейчас попробую на обратном пути асфальтную дорогу разведать. Ух ты, блядь! Страшно, сука! Ползучая хуйня, блядь! Погреться оно поползло, поползабло, блядь! Почему я их в детстве не боялся, а сейчас прям очкую, блядь? Фу, мерзость! Это реально мерзость! По этой дороге, конечно, было бы быстрее, намного быстрее, наверное, раза в три. Если честно, вообще ни разу не обломно, поскольку, ну, я увидел самое главное для себя, я увидел новое место. И, ну, блин, там пейзажи, ну, вы сами видели, поприкольнее. Да, тут тоже вроде такие холмички, поля, но, блин, не то. Если бы ехал бы толпой, то лучше бы, конечно, бы... Вот по этой дороге бы поехал. А если мотоцикл позволяет и не западло, то, блин, почему бы вот как я первый раз не поехал? Тоже, блин, прикольно. Блин, в этом и есть кайф одиночного какого-то трипа такого, прогулки в неизвестное место. Я лично, блин, я тут покатался всего ничего, ну сколько? Ну часа 4-5. Ну, я не знаю, я сейчас такой аж... Ах! На позитивчике. Ну, сейчас возвращаемся домой. Буду дальше мучить программу для стрима. И когда это видео выйдет, я думаю, уже стрим, конечно же, пройдет. Ну что ж, друзья, получился вот такой незамысловатый бложик. Не буду я тут долго затягивать, попрошу вас лишь о том, чтобы подписаться, распространять это видео, оставить лайк и комментарий. Ну и конечно же поблагодарить вас за просмотр, за поставленный лайк, оставленный комментарий. Ну и за то, что всегда остаетесь на нашем занимательном канале. Спасибо за просмотр и до новых встреч!